Привет, друзья! Это вкуснейшая закуска украсит не только ваши будни, но и ваши праздники. В миску отправляем 3 куриных яйца, добавляем 50 мл молока, соль по вкусу и все хорошо перемешиваем. Обжариваем блинчики на сковородке с растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета. Сыр и крабовые палочки натираем на мелкой терке. Добавляем пару зубчиков чеснока, пропущенных через пресс, майонез и все хорошо перемешиваем. Далее начинку отправляем на блинчик, затем зелень, сворачиваем в рулет и разрезаем на порционные куски. И очень вкусная и быстрая закуска уже на вашем столе. Всем приятного аппетита! Обязательно подписывайтесь на мой канал. Со мной просто и вкусно!